Так. Короче, погеморролились мы с самой пружиной, потому что она бочкообразная на этот, на Ланоса, херово, короче, стягивается. Пришлось он тремя стяжками ее, короче, стягивать. Ну, тут просто еще вот эти вот стяжки такие дрековые, самодельные, короче, они проворачиваются, поэтому херово держит. А вот, ну, короче, победили. В конце концов, она нам сдалась, поставили, короче, ну, промучились долго, где-то часик, пока мисс выставили ровно. С остальным, в принципе, проблем никаких нету. Еще вариант такой, парни, смотрите, если, допустим, вот она гайка, которая крепит саму, ну, сам вкладыш, грубо говоря, к опоре. Сюда нужен ключик такой, ну, точнее, головка такая специальная, в которой, допустим, вставляется, и можно фиксировать вот этот вот шток самой стойки. Ну, вкладыша стойки, короче, без разницы. Если, допустим, у вас такого ключа нету, вот, а вы решили именно сделать по-быстрому, как вот мы, допустим, вот, едете на любую шиномонтажку, главное, что там был пневмопистолет, вот, и головка на 19, у них, в принципе, они всегда есть, потому что они все равно колеса крутят, вот, едете на ближайшую шиномонтажку, и там вам ее закручивают аж бегом, вот так вот. Ну, как бы, я только что так и сделал. Так как головки такой не было, просто поехал на шиномонтажку, мне ее затянули. Только так смотрите, чтобы нормально затягивали. Ну, и как бы нормально и не сорвали. То есть, короче, следите сами. Так что вот так вот. Ну, сейчас мы эту сторону соберем. И приступим к следующей. Так что вот так вот. Скажем так, это из рубрики «Советы от бывалых».